Мне кажется, это очень знак большой, даже я бы сказала, что это знак небес. Директором Русской Православной Церкви вот, при храме. Я могу ответственно сказать, что... Такое даже страшно с ней никогда не видели. Но мы спасли более 400... Диктофон положу так, чтобы в карту сбилась. Посмотри. Нормально. Я думаю, впервые мы имеем возможность проводить равную агитацию, то есть созданы равные условия для всех партий. Наша партия – это партия ни одного лидера, ни одного Кулова. Это прежде всего партия наших партийцев, наших помощников. И те люди, которые сегодня здесь находятся, вы делаете эту победу. И вам за это огромная благодарность. Ну, это так называемая агония властей, последняя агония тех людей, которые уже видят, что они проигрывают. Они хотят применить какие-то черные силы, черные пиары, административные силы, для того, чтобы каким-то образом преуменьшить наши возможности. Самый главный